Привет, мои хорошие! Привет! Сегодня я к вам со своими покупками из магазина Чижик. Обожаю этот магазин. Опять с полными сумками, двумя такими. Но всего 1300 рублей. Это недорого, по крайней мере, из того, что я купила, вы сейчас увидите. Это совсем, я бы сказала, очень даже бюджетно. Пошла я туда за курицей, за куриным филе. Буду завтра варить опять очень вкусные вот эти красные щи. Единственное, мне бы кастрюльку побольше, это уж очень маленькая. Так, купила там попробовать вот такие вот шампиньоны маринованные целые. Не знаю, так они мне приглянулись, знаю, конечно, что это баловство, но решила попробовать. Сейчас как раз буду обедать, у меня очень вкусная курица и рис. И вот положу себе огурчики маринованные и шампиньончики маринованные. Почему бы нет? Такие они очень красивые, стоили не так дорого, поэтому, думаю, возьму 89 рублей. Почему бы нет? Я люблю что-то новое пробовать, тем более я люблю грибы. Набрала курицы. Набрала там... Ой, масло, все масло подавило. Вот надо же было так. Взяла опять свое любимое масло. Вот это 99 рублей. Надо его уже, конечно, тащить в холодильник, пока у меня полежали тут. Да, продукты надо тащить в холодильник. Набрала курицы. Вот. Я, в принципе, за ней шла. Ну, конечно, еще много чего другого. Потому что из Чижика с пустыми руками просто так не уйдешь. Взяла куриное филе. Просто филе, да, обычное, без кожи, без кости. Буду варить суп, буду запекать. В общем, оно у меня не пропадет. Здесь 850 грамм в одной и во второй. На 211 рублей, по 249 рублей у нас куриное филе. В общем, я взяла два, чтобы не ходить лишний раз. И взяла вот такие бедрышки. Бедрышки я даже не буду убирать в холодильник. Я сейчас их помою. Тут единственное, ну что такое, ну три бедрышка. Надо было две упаковки брать. Что-то я проэкономила, да? Ну ладно. Три бедра, надо было 4. Я там выбирала, думаю, 4. Взяла только 3, 700 грамм. Ну, ничего страшного. Так. И бедро на 99. Ну, что это? Деньги, да? 99 рублей. В общем, бедра по 129 рублей. Надо было 2 упаковки. Сейчас бы наготовила. Ну, ладно, ничего страшного. Я, в общем, эти приготовлю. А, может быть, одно куриное филе как раз туда положу. Посмотрим. Не знаю. Так. Тогда уж так сделаю, намариную вместе с одним куриным филе. За 69 рублей я взяла вот такую пасту Arctic Cream. Там, к сожалению, нельзя выбрать. Там только вот такая классическая. Но я ее очень люблю. Сейчас как раз я чайничек поставила. Сделаю себе кофе. И вот бутерброд на хлебе отрубном. У меня есть хлеб с отрубями. В общем, сделаю себе такую пасту. И вот бездрожжевой тоже хлеб взяла. Это завтрак борщицу. В общем, паста 69 рублей. Хлеб стоит 34 рубля. Вот такой бездрожжевой. Так, я его сразу сюда положу. И взяла картошку. Взяла 3 картошинки. А, 4. 4 картошинки. Мне они повесили... На 11 рублей. 22 рубля. Вот. Ну, пускай будет. Ладно. Может быть, что-то из нее приготовлю. Потому что на суп я взяла молодую картошку по 120 рублей. Представляете? На 100 рублей дороже. На 100 рублей дороже. Это, конечно, вот это цены. Вот это цены, хочу вам сказать. Что я еще взяла? Взяла опять свои любимые огурцы-корнишоны. Не могу я уже без них. Эти такие чуть... Ой! А, да, корнишоны маринованные. Эти такие чуть уже покрупнее. Там баночку... Это я не выбирала, просто схватила. Поэтому такие чуть покрупнее. Но если постоять, выбрать, можно взять вообще малюськи. 119 рублей они стоят. Поэтому вот так. Свежие огурчики тоже взяла. Сегодня буду делать салат очень вкусный. У меня там айсберг есть. Помидорки какие-никакие. И вот 2 огурца у меня на 68 рублей. Ну, дорогие огурцы, 149 рублей, конечно. Взяла сметану, вот такую простоквашина. Хотела взять их сметану, Светаева. Но, знаете, она вот без этой крышечки. Вообще, надо вот эту крышечку оставлять. Очень удобно, если ты сметану не собираешься использовать, да, до конца.
крышкой накрыл, и все. В принципе, банки, надеюсь, стандартные. Можно оставить эту крышку, а сметану брать ту. Взяла 15%, в этот раз Простоквашино, она продается в Чижике. И стоила, ну, тоже 69 рублей вроде. На 10 рублей дороже, да, 69 рублей. Если Светаева, она 15%, она стоит 59 рублей. В общем, на 10 рублей дороже. Ну ладно, ничего страшного, 10 рублей всегда в кармане валяется. Конечно же, я взяла молоко, вот такое свое любимое. Теперь я буду брать 2,5, 59 рублей. Больше цельное, жирное брать не буду. И взяла вот такую огромную капусту брокколи. Она у меня уже... Не, вроде нормально. Сейчас быстро брошу в морозилку. Тут еще какая-то запеканка. В общем, посмотрю, ни разу не брала. Как я вам и сказала, у меня только вкусное, полезное питание. Вот буду курочку запекать. И с овощами. И здесь, кстати, много, 800 грамм. Стоило это брокколи 159 рублей. В общем, если понравится, то буду брать. Смотрю, овощи замороженные там прям все берут. Посмотрим. Я ни разу не брала. Пойду быстренько в морозилку отнесу. В общем, и все. Все вот такие покупки, полные сумки, чек. Отчиталась перед вами, все вам рассказала. Поэтому, кому что нужно, бегом в Чижик.